Победительницей первой недели конкурса от народного телевидения «Мама, я в ТикТоке» стала ученица первой Апатийской гимназии Анастасия Рожкова. За сутки ее ТикТок посмотрели 1113 раз. Но кроме первого места в конкурсе, юный блогер стала еще и победителем соревнований по лыжным гонкам. С юной спортсменкой и тиктокером пообщался корреспондент школы журналистики Евгений Киршин. Вот так легко на дистанцию 1 километр уходит под 13-м номером Анастасия Рожкова. Помимо съемки роликов для ТикТока, девочка занимается лыжами. Тренировочный стаж 6 лет. К финишу на соревнованиях памяти Алексея Мухачева она приходит первой, опередив последователей на 11 секунд. Время лыжницы 3 минуты и 3 секунды. А что касается ролика для конкурса «Мама, я в ТикТоке», то вот веселое видео Анастасии. И тоже связанное с лыжным спортом. О том, какой смысл она вложила в ролик, девушка рассказала нашей съемочной группе. Что изображено вот на видео вот на твоем? Бабушки, которые вспомнили молодость. Это были я и моя мама. Анастасия, вот раз ты уж победила в этом конкурсе, хотим вручить тебе приз, наушники беспроводные. Где они? Сейчас бы их достать. Так, вот, наушники беспроводные, JBL наушники. Вот, держи, пожалуйста, поздравляю. Поздравляем Анастасию, а всех остальных призываем не отчаиваться. Конкурс проходит до 31 марта, так что у вас еще достаточно времени для креатива и замечательных видео. Главное, что один и тот же человек может поучаствовать неоднократно. Конкурс «Мама, я в ТикТоке», который проводит народное телевидение «Хибины», он заключается в том, чтобы привлечь молодую аудиторию к нашему телеканалу. Конкурс проходит до 31 марта. Для того, чтобы в нем поучаствовать, правила предельно просты. Нужно снять ТикТок, ну или видео, прислать в редакцию, либо на почту, либо через группу ВКонтакте. После этого мы размещаем его в нашем аккаунте, который называется «Хибины Хаус». И тот ролик, который за сутки после размещения набирает наибольшее количество лайков и наибольшее количество просмотров, становится победителем. Итоги подводим каждую неделю. Призы, беспроводные наушники и другие современные гаджеты. Итоги второй недели конкурса «Мама, я в ТикТоке» подведем 6 марта. Подписывайтесь на аккаунт народного «Хибины Хаус» и присылайте свои видео.